Привет, девчонки. Варвара мне нет, чтобы в куклы играть, она играет в машины. Давайте вы ее сладкая. Куда пошла? Покажи штаны. Штаны достали мелем, думаю, как бриджи пойдут, а она их на голову одевает. Все заплели ей, завязали резиночки, Катя купила вчера, позавчера. Показывала его. Она их все поснимала, штаны на голову. Ой, сейчас все мерим, все маленькое расхламление у нас идет вещей. Все на диван скинула. В прошлом году покупали. В этом году маленькие, почти не одевали их. Варвара, тебе интересно с машиной играть, да? Там, Ванька, еще есть одна такая. Она уже сломана, Кать. Где? Ну, вон, посмотри. Сломан. Вот. А, это не сломан. Вот такая вот машина, девчонки, стоит 3700. Вот за что? За кусок мягкой пластмассы. Это им еще 4 года назад на день рождения дарили. Ой, на Новый год. Еще одна машина стоит. А батареек найти не можем. А что с батареями? Они сели. На другой машине 15 минут, 12 часов заряжается, 15 минут едет. Ну, короче, в итоге и машинами, я говорю, догадаться купить зимой, где тут в доме ездить, тут места нету. Ну, зато Варвару заинтересовала машина. Пофиг куклы, пофиг ей посуда, кастрюльки, чашечки, ложечки, блин. Она уже ложечки все поизломала. Ой. Голова, девчонки, болит уже. Всю ночь давление за 200 зашкаливает. Сенька, тебе не надоело еще играть? Варвара! Скажи, а я сегодня именинница. Скажи всем привет, Варвара. Ну, так как у нас подарок придет только 28 числа, и подарок дорогой, поэтому мы не можем сегодня позволить себе еще ей купить. Мы купили ей 3 яйца. То есть я купила, сходила. На Катины деньги. Да, Варвара? Скажи, мне сегодня 2 годика, она прятаться скорее, прятаться. Опять 2 пакета продуктов купила. Ну, а где часть от киндера? А где белка? Белка ускакала в лес. Бока же у меня сколько чего. Ну, уже сядь как-нибудь. Давай, раскрывай их. Будь здорова. А что хвостики не сделаем? Вот она, белка. Так она, блин, проснулась сразу кушать. Все, давай, открывай. Амининица, скажи, мне сегодня 2 годика. Варвара, вот столько тебе годиков. Вот столько тебе годиков уже. Сегодня 24-е, суббота, но мы опаздываем, конечно, с видео. Именины будем 25-го справлять в воскресенье, как раз вербное будет. А когор когда берут? На Пасху. Я не стала брать, потом возьму. Проверяет, как путня. Вкусно тебе? Надо в коробку опять машинка. Ну, у нас же играют машинки. Коленку убрать свою. Варвара, скажи 2 годика. Сейчас такие киндеры пошли некрасивые. Ну, раньше фигурками были. Я всегда в туалет залезу, открою его, опять сложу и отдам тебе его. Сейчас это чё, блин? Давай, другой открывай. Ну, Тима и шлядки киндер такой. На. Отмечать завтра. Завтра торт будет. Итак, скромный стол накроем. Котлеты не будем жарить, потому что котлеты мы вот только я сегодня последнюю доела. То есть функций никаких нет у этих игрушек. Раньше хоть можно было коллекцию собрать, какие-то красивые фигурки. Ну, сейчас Варвара откроет, пойду покажу, что купила. Что купила? А ты хоть поела, а? Весь день. Машка. Никогда она там. Весь день ты поела? Ну.
А я думаю, ну возьму этот за 300 рублей яйцо, и что? Он 300 рублей стоит? Да. Че, опять машинка? Ну, какая-то фигурка. Мотоцикл, что ли? Да. Для девочки одни эти машинки, блин. Машинка, машинка вот такая. Сейчас мотика еще сделаю. А где еще яйцо? Вот. На. Еще одно открывай. На, открывай. Открывай. Одни машинки. Подожди. Сюда складывай. Вон сколько у тебя шоколада. Вот тебе моя умничка. Тут поди опять какая-нибудь. А это еще что за штукенция? Какая-то что-то должно прыгать. Короче, фигня какая-то ей досталась. Неинтересно. У нас уже мухи полетели. Крысы, видимо, дохнут нафиг. Ну-ка, это что? А это что у нее за фигня? Это что, вот все? Нет, он. Она, посмотри, она руками голыми муху поймала и стакан бросила. Тут скачешь за ней, скачешь, блин, как ее вытащить, выкинуть не можешь. Короче, какие-то киндеры некрасивые пошли. Варенька, дай вот эту штучку. Это карточки, я так поняла. Ну, она их... А, тут вот крутилка. Чё крутишь? И чё к чему? Ты попалась на игрушки. Самое интересное, это что она муху поймала. Она грязная, это кака, не надо её. Вот не трогай её. Наклейки. Дай сюда. Ну все, а карточки зачем? Ладно, все, завершаемся. Сейчас пойду показывать, что купила. Что купила. Варварочка, скажи, покажи два пальчика вот так. Один показывает и все. Бо, машина, да? Вот так два пальчика покажи, скажи, два годика тебе. Пофигу, все. Опять напротив окна снимаю. Ладно, все. Ну что, приступим к обзору покупок. Извините за прическу, скоро пойду делать. Так, ну ты поближе подойди хоть. Да ты же мне вот так показывай как-то. Ну, что из пердола взяли? Завтра будем отмечать день рождения. Вы, конечно, позже увидите. Такую боярскую настойку, она что-то 150 с чем-то рублей стоит. 20 градусов. Вот это клюква на коньяке. Кать, ну ты еще уйди туда. Хорошо все видать. И вишня на коньяке, тоже 20 градусов, это по 168 рублей. Я не могу рублей. Ближе подойти, я подойду ближе, будет закрывать обзор. Ну а Катя себе пиво взяла и так и не стала пить. Это лайм-лимон и тут тоже лимон. Это пиво, да? Угу. А это просто крепленный напиток 4 градуса тут, 4-5,5. Вот и будет что на день рождения попить. Основу для пиццы взяла, не хочу тесто заводить, две штуки сделаю, потому что все буду бутерброды горячие делать и суши будет. По 89, по 86 рублей. Багет на бутерброды горячие. Ну это им батон на бутерброды и хлеб резанный уже. Мы такой любим такой хлеб, ароматный называется. Салфетки по 13 рублей. Там Марийки мы все брали. Сельдь по 109 рублей. Просто сделаю селедку с луком и все. Чуть лук не забыла нафиг. Лука дома нету. 109 рублей, тут 300 грамм. Если я правильно посмотрела. Две колбаски вот таких вот. Армавирская. Ну она так вроде на вид-то ничего. По 168, по-моему. Две штучки на пиццу и бутерброды. Сыр у нас есть. Затарились майонез, есть чеснок две штуки, тоже на бутерброды. В этот раз щупала бананы. Ну, думаю, что... Там бананы длиннющие. Те, а не было короткие, а короткие были зеленые, твердые такие. По 75 рублей бананы. Вот тут килограмма полтора, наверное. Коту еду по 10 рублей.
Мы сейчас, что он, ему две пачки за раз мало, он жрет как конь, блин. Грязный, как свинья. Пять пачек взяла, пачку берем, молока 100 грамм наливаем, прекрасно ест. На пять раз ему хватит. Помидорки на веточке были по 120 рублей. Взяла на бутерброд сделаю. Ну и Катя на яичницу. Салат не знаю, будем мы делать или нет. Бедрышки. Ой, что-то по 113 рублей, что ли. Я даже чек вытянула, наверное. Не знаю, почем они. Основа, корм, 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 батон, батон, хлеб, холодец, колбаса, бедро. Бедро по 113 рублей. А другое бедро, голень 186 рублей, крылья столько же стоят. Очумели вообще уже. Вот, две упаковки взяла. Сейчас замариную, завтра пожарю. Лук по 25-40. И холодец такой взяла, потому что я варю холодец, Катя его не ест, я потом одна давлюсь. А так взяла, порезаю все на тарелочку. Вот так вот. Вот столько покупочек опять сделала. Катя говорит, мама, ты только 5000 не нравится. Я говорю, ладно, хорошо, 5000, 10 рублей истрачу. Ну, маленько, 2000 уложилось. Стол будет скромненький, селедочка, курочка, пюре сделаю. Бутерброды горячие будут, пицца и суши, и торт будет красивый. И холодец, все, хватит. Салат Катя не хочет делать, да? Кто его ест? А? Кто его ест? У нас еще шпроты есть. А кто будет их есть? У нас бы было мужиков бы полный дом, другое дело. Завтра придет. А, да, кавалер. Варварин папа 5000 ей денег принес. И 5000 дал мой подарок. А Катя говорит, а ты по закону мне должен 12,5 платить. А ты мне только 5 дал. Получается, что Катя за свой счет купила машину. 8000. Он так и сказал, что я 5000 еще добавил. Ну. А подарок отдельно куплю, хотя давал на подарок. Ну, конечно, а что бы за чужой, как говорится, ребенка родил, возможно, у него больше никогда и не будет красавец, что тот, как Варвара еще такая получилась, не знаю даже. Куколька такая маленькая. Вот такие вот мужики нынче. И еще сегодня пришел, два раза был, и сказал, завтра еще придет. Все требует, торт какой-то ему надо, как будто мы его, за его счет торт заказывали. Ну и что? Моя научилась. Моя, все. Моя да моя. Ты моя, а ты моя. А ты моя. Моя, ой, блин. Ты моя, 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 Игрюшка. Я моя. Долго так буду камерой туда-сюда. Моя, моя, Катя. Ой, Варвара говорит, моя. Все. А сколько тебе годиков? Варварка. Сколько тебе годиков? Один показывает, он ничего не хочет там показывать. Пошли вы все. Далеко-далеко. Все. Куклы есть, посуда есть. Две коляски стоит у нее. У нас такая свалка вот тут. Вот. Все куртки поналожили, блин. Ну, нам не получится, Катя, повешать там вешалки. Потому что с гипсокартона она оторвется. Поэтому нам придется покупать прихожку небольшую. Хоть ты и лопни. Да, звездюлька моя? Правильно, на горшок садиться надо, писить какать. А ты что делаешь? Просто сидит, как на табуретке. Так, ногу сделай, чай спрячь, пакетик чая валяется. Да. А что он, выпал? Звездюлька. А? Сейчас вот надо в Ливан ехать. Наверное, после твоего дня рождения, наверное, поеду. Или пораньше, может. У Кати 4-го еще мая день рождения, там 1 мая. Пасха, там день рождения, родительский, 9-е. Ой, праздников дофига. Но мы день рождения отмечать не будем. А что? Да? Ну, шашлыки пожарим. Мы уже сколько их жарим? Мы там прошлое лето ни разу шашлыки. Ты хоть повыше подними, коленки мои снимаем. А что коленки? Нормально же обзор. Ну, вот она наставила, звезда. Вот так вот. Ты такой сладкий, ты такая сладкая. Я тебя съел, я тебя съел. Любимка моя. Ой, такой сладкий ребенок. Скакует все время в подгузниках.
так всю зиму и прошу, шляндала. Ну. Это твое, это мое? Моё! Моё! А где еще? А, ты тут убрала игрушку? Да, да, она и не играет. На. Надоело. А, ты устал, да? Да. Моё. Надо муку в пакет поставить и убрать туда ее. А, мне тут вопрос задали. Чё не стряпаешь? Я тут, а камера там. Чё, говорит, не стряпаете сами беляши да пирожки? Я написала, говорю, лень, лежу как тюлень. На диване смотрю YouTube, говорю. Я говорю, зачем мне его дочь показала? Моё. Это такая фигня. Люди в огородах по дому что-то делают. А мы все в ТикТоке и в Ютубе. Хорошо, еще хоть ТикТок не начали снимать. Варвар. Ладно, девчонки. На этом видео заканчивается. Варвара, помаши всем пока-пока. Не, она у нее в машине. Варвара. А, Варвара, скажи всем пока. Некогда. Некогда. Ладно, девчонки, скажи пока всем, ручка помаши. Всем пока-пока, лохматая. Она только недавно встала. Ну, только встала. А мы завтра, наверное, так же и сядем вечером. Ну, потому что я пока приеду. А тут темно будет. Ну, вот эту лампу к столу. Вместе со столом ее. Но больше никак. Надо окна будет открыть, чтобы светлее было, и все. Потому что я пока приеду. Ты пока приедешь, ей уже спать надо ложиться. Пока она встанет нафиг, уже ночь на дворе. Когда снимать, ничего не знаю. Будешь ходить с фонарем подсвечивать. Буду ходить с фонарем. Надо удлинитель достать. Ладно, девчонки, всем пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока.